Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Сейчас. Я просто сейчас в центре вам быстренько покажу мою любимую станцию метро. Привет опять. Да, я знаю. 500 миллионов тысяч миллиардов трансляций мне. Что мне с этим сделать теперь? Вот это типа как бы бизнес-центр, я так понимаю, если я не ошибаюсь. Супер бизнес-центр. Вот, метро-центр называется. А вот там чувак всегда играет на саксофоне, кстати. Это был какой-то очень крутой мужик. Это моя любимая кофейня. Пол, я уже говорила вам. Я уже туда заходила, где макарунцы и всякая выпечка, от которой мне просто хочется умереть. Ой, светочка. На работу, конечно. Я иду на этот, в театр, на Щелкунчик. Посмотрите, видите, как люди на зиму одеваются? Видите, вот там тетенька в красном платьице. Они все идут на Щелкунчик, а я вам отвечаю. Отвечаю, они тоже идут на Щелкунчик. Ага. Господи, как жарко. Вот он, театр мой. Какой кошмар, это солнце. Сколько людей. Очень много людей. Смотрите, это все люди идут на Щелкунчик. Смотрите, смотрите, смотрите. Такие все нарядные, все такие цацы. Господи, ты что, ты что? Музыка классная играет. У нас 20 градусов тепла. Декабрь, детки. Угу. Видите, вот новогоднее. Я вообще не представляю, как люди празднуют Новый год и Рождество. Во Флориде, в Майами. О, смотрите. Интересно, моя подруга уже здесь? О, смотрите, как красиво. Нет, нельзя. Короче, я не знаю, наверное, должна ждать свою подругу. Вот, я не хочу заходить. Но я так excited, что это кошмар. И снег тает. Смотрите, сколько снега. О май гад. Смотрите, они еще проверяют. Я этого не знала. Круто. Ого. Это я, кстати, когда была на работе в колледже, они тоже так проверяли. А когда люди на TOEFL сдавали, вот этот шли на тест сдавать письменный, который на английский язык, они тоже вот так вот всех вот этими металлоискателями проверяли. Да, это круто. Типа, видите, какая уровень. Я сейчас там найду сразу в моей косметичке. А у меня, кстати, всегда, короче, когда я иду вот в такое место, где проверяют металлоискатели, у меня в косметичке просто вся моя жизнь, я уже говорила. Типа, там, ножнички, пилочки, ну, все, короче, на свете. Меня всегда, типа, остановят, когда я в аэропорту была, 20 тысяч раз меня останавливали. Что у тебя вытягивало, какие там предметы, все мои флакончики забирали, все мои тюбики забирали, ну неважно, ну блин. Вот так лучше, да, типа, когда меня, ну, сзади вот это вот. Ой, блин, мне так нравится, сколько людей на Щелкунчик идет, вообще были все билеты проданы на самом деле, абсолютно все билеты были проданы, о май гад, о май гад. Так, я просто хотела вам показать театр, сколько идет по времени, я вообще не знаю. Я не покупала билеты, я попросила свою подругу купить, поэтому она купила, и мы идем. Да, у меня есть подруга. Подруга, с которой... Ладно, я шучу. Подруга для Щелкунчик. Да нет, ну это моя хорошая знакомая. И... Красиво, да? Блин, мне так эти штучки нравятся. Warner Theater. Oh my god, I have bedroom. Bedroom ice? А что значит bedroom ice? Ребята, кто мне может объяснить, откуда я? С Киева, с Украины. Ну, наверное. И вот эти штучки мне нравятся. Миленько, да? Сколько людей, блин, пришло? С ума сойти. И вот эта штука мне нравится. У нас вот такое на станции метро. Я когда, если выйду, и вот эти флаги всюду, всюду надо поразвешивать американские. Спасибо. Thank you for beautiful eyes. Thanks. Пин. Все, короче, на самом деле очень excited. Я такое лицо, короче, свое впихнула в камеру и радуюсь.
Я очень excited по поводу этого. По размеру сисек. Если бы пропускали по размеру сисек, Михаил, меня бы никуда не пропустили. Повешу обязательно. Такая же не патриотка, я вам говорила. Как говорится, я гражданин мира. Сейчас от меня все отпишутся, короче, сразу. My language is speak Russian and Ukrainian and English. If I can say that I speak English, because my English is so bad. И что я должна с этой ссылкой на YouTube делать? Ну, ура. Ладно, ребятки, я пошла, хотела вам снять. Я еще, короче, буду... Я сегодня говорила. Я еще раз повторяю. Сегодня будет 100-500 тысяч miserable всяких маленьких... Смоленьких. Смол и маленьких. Получилось смоленьких. Класс. Смоленьких трансляций. Вообще, на самом деле, я могу create my own words. Тебе приятно просмотра. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Короче, я буду снимать кучу вот таких конченых маленьких 40 500, как кто-то там комплейничал видео, трансляции. И поэтому заходите, хотите, смотрите, не хотите, не смотрите, никого не заставляю. Потому что, не знаю, это прикольно. Это, вы знаете, маленькие кусочки отрывки с красивой жизни, не с моей работы, конченной каждый день дороги. Увидите, у меня опять морщина появляется. Я вам говорила, когда солнце, у меня морщина. You in New York? No, I wish. I'm not in. I'm in D.C., Washington. Ты хоть выспалась сегодня? Нет. Я заснула в 3 часа ночи. Проснулась в 9. Ну что, это выспалась? Нет. Нет. Окей, ребята. Я вам говорю пока. Я буду наслаждаться супер классным спектаклем. Вот. И у меня уже садится батарейка, но я взяла с собой запасную зарядку. Я сегодня умница. Вот. И до встречи. До встречи, ребята.